На старте самые маленькие участники соревнований. Им предстоит пробежать 600 метров. Макару 6 лет. К 26 намерен стать чемпионом страны. Я приехал из Дмитрий Полянский. Меня очень приглашается хорошо. К сцене. Вкусом. Также приглашается готовился Юлия Голофиева и Диана. На старте сегодня и взрослые. Семья Легимцевых с четырьмя детьми приехали из Ижевска. В эстафете мы участвуем. Четвертый год. Ну и пока везде, где не ездили, везде первые места. Будем надеяться, что Альметьевск нас примет. И в этом году мы тоже займем первое место. Сначала 750 метров плавания, затем 20 километров велогонка и марафон на 5 километров. Это уже дистанция спринт. Хотя она и любительская, без подготовки осилить такую нагрузку невозможно, говорят участники. Триатлон – разносторонний вид спорта, который развивает полноценно как бы, физические качества. Это испытание себя, я бы сказала, наверное, по большей части. Потому что спорт вообще для всех – это сила и так далее. А здесь ты поддерживаешь все тело свое в тонусе. Пенза, Москва, Санкт-Петербург. Петербург, Волгоград. На соревнования приехали более 700 участников со всей страны. Это точно одни из самых крупнейших триатлонных соревнований, которые здесь проводились. И по значимости спортсменов, которые здесь сегодня выступают, особенно в рамках чемпионата России, это прямо топ-топ спортсмены, участники Олимпийских игр, чемпионатов мира, чемпионата Европы. То есть это элита российского триатлона. Победу на олимпийской дистанции одержали близнецы из Ярославской области. Григорий и Михаил профессиональным триатлоном увлекаются с 10 лет. Сегодня один из них стал и победителем чемпионата. Третий подряд моя победа на чемпионате России. Хорошо, что я смог восстановиться спустя 6 дней у нас была, там 6 дней назад гонка первенства России до 23 лет. Вот поэтому, да, это важный, один из важных самых стартов сезона. На пьедестале не только тиммермены. Лучшей среди женщин стала Диана Исакова. Триатлоном занимаюсь 3 года. Это в этом сезоне это 7-я победа. Все благодаря генетике, тренерам и, конечно же, своим усилием, своим слезам. Самые стойкие получили медали, кубки и денежное вознаграждение. Также Федерация триатлона России вручила городу сертификат на 10 миллионов рублей для приобретения спортивного инвентаря. Огромное спасибо коллегам, это для нас невероятно ценно. Филюза Хамидуллина, Эрих Хабибуллин, ТНВ, Альметьевск. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.